В Архангельске открылся карьерный форум «Труд крут». Главной его площадкой стал областной молодежный центр, а участниками более 800 школьников, студентов и молодых специалистов региона. Здесь каждый может построить маршрут карьеры своей мечты и, конечно, получить полезные знания. Символично, что форум «Труд крут» стартовал в день российских студенческих отрядов. В Архангельской области они во все времена задавали тон развитию движения всей страны. Начинаем привыкать, что Архангельская область – лидер многих федеральных инициатив. И это хорошая привычка, очень добрая привычка. И сегодня в Архангельске вместе с десятками регионов нашей страны мы проводим этот форум. Это прекрасная возможность для наших школьников, для наших студентов узнать побольше о студенческих отрядах, познакомиться с перспективными профессиями и начать путь к карьере мечты. Они сегодня увидят ребят, которые на деле доказали, что труд – это действительно круто. Для участников форума – ярмарка направлений студотрядов и профессий, которые можно получить в вузах и техникумах региона. Мне очень понравилось. Я ходила на умелые ручки. Я там делала змея. Потом я ходила, мне очень понравилось в РЖД, потому что там мне очень интересно рассказывали, как эта профессия кажется, что обычная, но на самом деле очень даже интересная. В форуме принимают участие успешные предприниматели и фрилансеры. Ну и, конечно же, будет блок встречи с крупными работодателями нашего региона и федеральной. Это компания «Росатом», «Североалмаз», «Титан», «Арктика». То есть мы собрали все наши ключевые отрасли экономики, которые востребованы на территории региона. Именно сейчас здесь ребята могут вытянуть билет в счастливую профессиональную жизнь. Добавим, что в 2023 году форум «Труд крут» проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России, агентств по делам молодежи федерального и регионального уровней. Александр Богданович, Светлана Михеевская, «Регион-29».